Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Пить кровь – это все равно, что есть и заниматься сексом одновременно. Но почему ты все время говоришь о сексе? Секс – это когда ее пестик и твоя тычинка. Да знаю я! Не об этом спрашиваю! Твою кровь. Хочу ее еще попробовать. Хочешь немного? Эй! И зачем ты мне это показываешь? Извращенец, распутник! Умеешь же ты удивить. Прикройся уже быстрее. Приветули. Какие приветули? Да я тебя уже обыскался вообще-то! Ну и где ты была? А, точно, прости. Просто искала других ребят, у которых крови хлебнуть можно. Блудница какая-то. Кто? Блудница? Еда? Да, говорила же, что кровь – это еда. Но ведь ты и про секс упоминала. Значит, ты занималась сексом с другим? Нет, я же сказала, что такова жизнь вампира. У нас секс с каждым. Давай просто номерами обменяемся. Ну, как бы у меня никогда не было мобильника. Чего? Ты умудряешься жить без него в наше-то время? О, погодь. Вроде когда-то давно. Слушай, давай ко мне. Что? Ну и куда же я его запихала? Кажется же, где-то здесь был. О, нашла! Мой кирпичик. Эй, а ты чего ждешь? Давай ко мне. Все еще не понимаю. Ну, то есть, я так и не влюбился. Да любой бы, в принципе, смутился в такой-то ситуации. Нормально ли это, что я не хочу, чтобы она делала это с другими? Послушай, а не пора ли кровушкой угощать? Не пора. А? С чего это? Да ведь ты же мне обещал!